Где там другая? Они едят там хлебушку. На. Она еще не съела, она еще не хочет. Не хочешь? На, шу. Мне пальцем не раз. Как небо взять? Давай бы шапочки. А ну руку пожалуйста. Мама, хочу я пить? Нет, зай, пей у нас. Черепахи классные. Штука большая. Вот, там теперь Ай. А, там Яна. Вот. Черные лебеди. Черные лебеди, Степа, смотри. Иди дай яблочко ему. Все, я не хотят. Вот какие едят. Так, просунь дырочку. Да, держи. Туда руки не засовывай, только дырочку просунь. Ну хорошо, хорошо. Что распогоды? Ты же на солнце дико гоняла. И давай ты своим тарарам. Быстрее все отоплеть. Скачи сюда. А его не здесь гуляют. Видишь, они там крошечки едят. Уточки, видишь, какие? Давай ему дадим яблочко. А они не едят, наверное. Вот. Они едят. А что, они должны есть. Люди же едят. Это едят. Смотри. Все не едят. А это что за птица? Ты где? Белый лебедь. Черный это черный лебедь. Это черный, да. Цапли. Вон цапли. Цапли. Видишь, вот. Смотри, давай прочитаем. Утка, это утки. Здесь еще есть рыба. Где рыба? Это чем они питаются? Нет, это они кушают рыбу. Лебедь белый, не дай ему яблоко. А вот это фламинго. Вот это фламинго, да, розовое, смотри. Смотри, фламинго. Вау! Видишь, какая красота такая. Розовое. А что там в воде? Вот это не знаю, что туда. О! Смотри, она говорит. Она крякает. Это гусь. Это гусь идет. Видишь? Я просто не понимаю, он говорит. Нет, гусь это гогочек. Га-га-га. Это фламинго стоят красивые такие розы. А чем они, а что они говорят? Ничего они не говорят. А, это утрики прятают. А вон еще там много. Это... Опа, идет. Квас. Не знаю, что это квас. Все здоровые. А вот это? Чем они питаются? Рыбки. Рыбки, всякие комары, где-то мошки. Павлин. Хвост так распускает. А это его детки, видишь? О, видишь, маленькие павлинята его детки. Вот они сидят тут. Давай а чем они питаются? Ну смотри. Там все, там и смотри, киви, понимаешь, и манго. И кузнечики. Опа. О, малыш, смотри, прибежал. Сейчас поклюет, поклюет. Опа. Видишь? Клюет. А теперь посмотрим на них. Сова. 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 Она мышка. А чем она питается мышцы? А вон она в углу там туши сидит. Всякие, ой, гриб вырос. Смотри, у нее шампиньон вырос. А все, смотри, грибочек там вырос. У совы. Шампиньон. Белый, видишь? Да, белый шампиньон. А где у-у? А сова вон в углу сидит. Там, маленькая. Вот. Вот. Вот она. Не знаю это. Вот она. Да не трогай ее. Подожди. Вот она.
спряталась и спит. Вот эти птицы с такими вот этими гребешочками, смотри. А там дверь закрытая, они могут выйти. На фазанов не помню. Тоже фазан надо... же там был. Тут тоже павлины, наверное. Цыплята просто постарше. Это павлины. Павлины тоже? Да, это просто... У них хвостов вы... нет, смотри. Но еще не выросли выводок. Это... Нет, это не нужно. Нина, ну павлины, я тебе говорю, пойди посмотри. Это молодые цыплята, видишь, их много. Сова Бухата, сова Болотяна и сова Сыч. Вон. Две совы и один Сыч. Вон они сидят. Степа, видишь их, они вон сидят? Степа, ты как-то убегаешь? Вон еще. Что мы тут? О, это гиены. Это гиены. Кормите нас. А вот этих кормить не надо. Гиена, видишь, какая она. Вернулась она от нас. Что-то у меня одна лапа больная какая-то. Ну, все может быть. На трех лапах. Да, на трех лапах. Лапу ей покалечили. А это плохая или это опасная? Это хищник. Это плохая, это опасная. Ну, вообще, она и хищник, и падальщик. Да, она такая опасная. Что такое? Тебе не понравилось это? Степа, он, него, ему рыбу надо бросать. У нас нет рыбы. И надо бросать, чтобы он ее хватал. Может, они ссорятся. Видишь, ссорятся. Они дерутся. Ты пересолишь. Крыльями, видишь, как он крыльями лопает, купается, смотри. Видишь, вот. Они яблочко едят? Лебеди? Да, я не знаю, набрось. Да. Не, я на хлебушек покушу. Бросай, бросай. Яблочки едят? А, смотри, смотри. Давай еще. Да. Хорошо, куда дальше? Это же лебеди? А? О, это там, лебеди, а да. А смотрите, там кто еще? Голуби? Это голуби, что? Это... Они все? Ну, голуби они все. Это дикие, он прилетел сюда. Он прилетел на дурняк покушать. Пошли. А вот там смотрите, какие дальше. Видишь, какие? Какие у них клювы огромные. Я сама с удовольствием слушаю, смотрю. А теперь идем другое. Идем по кругу, вот так, по кругу пойдем. Не. Туда бросай прямо. Какой там есть стол. Она не уйдет. Не едет. Куда их там бросай? Не, что-то она не видит. Она потом найдет. Она такая красавица. Щелку. Ладно. Яблочки куда-то ей бросили. Жаль, что так стоит и не смотрит даже на нас. Красивые такие. Так. Ну что, что? Ну, какие страусы большие. Африканские огромные страусы. Шея такая длинная. Видишь? Никого нет. И еще с той стороны еще посмотрим.
Да, сова. Сова сидит там, да. Филин. Это филин даже, не сова. Филин крупнее совы. Совы мелкие, а филины, они крупные. Вон, видишь, сидит там? А это какой-то пидорлик. Ну, а подорлик. Маленький орлик. Они есть муравьи. Малый подорлик. Голубенька. Они ловят этих, кого поймают, там, вот, здесь там и ужики, и ящерицы, и мышки. А это сова есть. Соловья, сороку, зайчика, крысу, кто-то, бобра, ежика. Это суслик, то не бобер. Это суслик? Бобер для... Он. А он сидит, и... видишь, там внизу, это ты тот... не видишь. Вон он там. Вот эти слепые рыбки, мышки. Вон сидит тоже, спиной повернулся. Вот спиной там сидит, повернулся. Он там на... Вон они вверху сидят. Он тоже, вон орлы сидят. Кто тут? Орел, сип, сапсан. Бело... То, не, то не орел был, а белоголовый сип. А сип? Вот было. А потом сапсан. Ой, там сидит. Смотрите, вот тут. И степной, вот, а вот это степной орел. Да, это мясо, хищник. Вон он, сапсан, сип и орел степной. Хищники — это те птицы, которые поедают других животных мелких. Животных, которые, животных, которые не траву едят, а именно мясо животных. Они называются хищниками. Вот они. Вот сейчас. Да, Степа, набросим яблоко. Потом туда пойдем, набросим яблоко. Не ест, не хочет. Это что это у них? Не голодные, значит. Не голодные. Это бы не насекомое. Сейчас съест твой. Тут и воробушки, и что-то не понятно. Тут все, и перепелки. Да. Перепелята. Морские свинки, видел? Да. Воробушки. О, и маленькие свинки. Тут и кролики, и свинки все вместе. Все. Вот, тут, вот это индюки, бабуля. Ты лебедя черного с индюком, понимаешь? Это индюшки. Это индюшки. Кролики. Надо вас тоже. Видишь, вот тоже кролик. Ой, дерутся. О! На кролику вот там он так сидит, там один. Это кролики яблочки будут. На этому кролику. Я не достану. Доставай, доставай, дырочку засовывай. Он возьмет сейчас у тебя сам. Эй, ты, бери. О, там их два. Там еще один пришел. Дай ему еще яблочко. Он отобрал у него яблочко. Степа, на. А здесь трое. А здесь маленькие. Маленькие кролики. Просовывай дальше. О, смотрите. Фу, как они пахнут. Маленькие крольчата. Детки крольчата. Надо им яблочко. Я не могу. Я не могу дышать. Петушки, петушки. Это петушок, какой видишь? Петух, интересно. Да, петушок. Все, у тебя может куртку снять, не жарко? Он хромой что-то, он прихрамывает. Да, эти петушки есть красивые. Красный петушок. Что, бросай дырочку? А вот и будет. Он индюшка забрала, видишь? Нет, он не хочет. Хочет.
Твердая, не может проглотить. И шкуры, и утята. И тебя. Это... Козёл. Козлёнок. Фу, как или козёл. Ути. Ути. Или козочка. Козочка-то. Это вот козёл. Это волки. Вот здесь волки. Вон волки, видишь? Вот они. Точно, смотри. Вот они, волки. Они хищные? Ну, Степа, конечно, волки хищные. Есть добрые? Нет. Нету, добрых волков не бывает. Не бывает. Он хищный, это только... он хочет кушать. Ему надо кого-то кино поймать и съесть. Иди туда ближе подойдем. Вот это волки, видишь какие? Ой! Меня нашли в Америке! Что они? Это наши местные волки. Европейские. Обычные. Волк европейский. Волк европейский. Вот там, вот. О, вот это уже круто, видишь? Это уже тигры. Яблоки тигры не едят. Они хищные? Конечно. Аисты стоят. Аист, видишь, вон там стоит? И не летают. Аист на крыше, мир на земле. Вон мама несет, покормить его. Мама, босса. Ну что, босса? Образы. Куница. Какая. А чего она так бегает туда-сюда? А, потому что злодей не сидится на месте. Видишь? Наш хищник. Она. Она хищник? Да, она зверьков мелких, птичек, белых тоже ловит. Дайте посмотреть, дай. Ящерицы, грызуну. Там скунс, вон дальше, иди там скунс дальше, Степа. Вот есть. Вон скунсик сидит. Иди смотри, Степа. Скунс? Ну да. Фу, от него будет ужасно пахнет. Лучше и должен у нас не завонял. А там? Это уже пахнет. Бурый мишка. Вон еще там один у стенки ходит. А чего у них нету воды? Близко не подходи. Есть там водичка. Бог ищет, выгрызает. Не, он выгрызает с этой шерсти.
Что, вода у вас? О, птички больше нравятся. Вот видишь, павлины какие есть, все белые. Павлин только уже белый. Ну. У нас яблоки остались. Опа. Ну, кому ты бросила? А это тоже павлин? Тоже? Не, это журавль, кажется. Сейчас посмотрим. Да, журавль. Даурский журавль. Журавль, Степа. Ну да. Я хотел бы попробовать. А его можно нюхать? Нет. А, это лево. Это лево у меня, видишь? А что, все, уже больше. Медведя и слон раньше был. И бегемоты были, и слоны. Ну, это же птица, журавль. Ну, пойдем там дальше еще. О, как, смотри, они ползают. Нет, это ельнотовидное. Да, а это сука, извиняюсь. Вот, а, вот, а вот это лимон. Вон она, лимон. Да, обыкновенный. Но сухуа. Они едят бананы. Лемуры едят это, бананы. Ну это на сухуа написано. Это. А они хищники? Смотри, еноты прыгают по сетке, смотри. Видишь, вкусно у енота. Это не еноты. А у хищники? Енотовидные собаки. На сухуа. Это на сухуа. Енотовидные собаки вот в соседнем вольере. А он спрятался и не уходит. Смотри, какие у нас. Ну, сухуа. А это что? Мара патагонская. А это енот, он висит. Енот под сеткой. На спине лег. А он висал, смотри. И... А они хищники? Там еще один енот. Они хищники? Ну да. Два. Они... Ой, здесь много хищников. Ну, пойдешь, идем. Почему здесь только, только хищники? А что это на маме? Это нормально, еще господи, черная. Что ты думаешь? Она? Он чернобурка. Там. Она что-то за это нас нагли. А что она а там идет? Черно... За... Еще там а что она три. бегает и бегает? Ну, она должна что-то делать. Вот она и бегает. Ну, тренируется. Чтобы форму не потерять. Ты же бегаешь. Ой, они. Ой-ой-ой. Она бегает, просит. Дай кусочек мяса. Дай кусочек мяса. А у тебя нет мяса. У тебя одни яблоки. Вот. Она мясо хочет. Три колбаски. Вон еще смотри, какие сидят рыси. Вон рыси. Вот рысь, ты ж ходишь, не видишь ничего. А я думаю, что поставят метка. Вон, они здесь, на деревьях сидят. Они украинские. Или что там? Рысь обыкновенная, да? Такая маленькая рысь. Ну а ты что думала? Вот это леопард амурский. И змея. Нет, то не хвост, то не змея, то хвост леопарда. А что это она живая там? Кто? Хвост? Это да. Ж хвост шевелится у леопарда. Ну, видишь, он шевелит хвостом. А жаль, что здесь нету змеи. Ну, это в террариуме, потом пойдем. Леопард, хищник. Хищник, конечно. А что леопарды хищники? Ну, потому что он... Питается мясом других животных. Он охотится на них. Ой, теперь я понял. Вот, а ты переживал, что не понимал. Вот это львица. Это львица. Он не может быть.
еще позвонить. Что-то он без этого выражает. Это львица, что? А, львица? Конечно. Нет. Это львы с гривой, а львицы без... Это лев. Только на ромалоге. А вот лев. Его плохо видно. Тигры вы видели, помните? Тоже львица. Это уже пожилая львица. То молоденькая львица. Кишки, да, тоже кишки, конечно. Я что, где-то такие. Она идет. Зебру, быка. Да, зебру. Быка. Так будешь пить еще? Да, да, да. Лань. Так руками только не трогай мясо. Козочек, быков, все ест. Мясо, все где есть. Ну, да, все, что движется мясное, она на все на это охотится. Так, а, вон слон, пойдем слона смотреть. Да. А как это мы слона и не заметили, а? Ну, вот так вот. Слона мы и не заметили. Какого он цвета? Все, какого он цвета? Серый. А он цыганский? Это индийский. Видишь, у него уши маленькие. Это индийский слон. А с большими, с большими ушами это африканский. Индийские все, слоны, они более добрые такие. Уши, видишь? И лучше поддаются дрессировке. А этот хищник? Не, он не хищник. Он кушает яблоки, морковку, солому, сено. Вот видишь, а у нас нету яблока. Травку, листья. Туда не добылось ни ему. Места много, ему гулять ездить. Да. А? Фотографировать тебе? Или опыт у него большой, хвостик у него. Степа. Степа, как я детский век тебя сфотографирую? Разве это я работаю?